Доброе утро, страна! 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 Она еще спит. Так что, мне шепотом разговаривать? Ну, шепотом не шепотом, а орать не надо. С достоинством надо. Страна все-таки. Попробуй еще раз. Доброе утро, страна! Ключи от оков, возвращаю любовь. Я забираю взамен волю, зелень летних лугов. В клетке твоей золотой я была госпожой. Ты не заметила, как стала верной твоей рабой. Верной твоей рабой. Нет спасенья из оков любви. Прочны звенья золотой цепи. Даже бегство не спасет меня. Всем известно, я твоя раба. Так хотела сама. Вот смотрю на тебя, страна, и думаю, какая же ты все-таки... Большая. Большая? Сколько в тебе вот этого, знаешь, вот такого всякого вот... Лесов. Полей и рек? Не знаю. Не знаю, я такой другой не знаю, где вот так. Свою нежность тебе, чью-то
роль сыграть вопреки судьбе. Ты меня пойми, ну а Бог простит параллельными стали наши пути. Алло. Кто звонит? Страна звонит. Доброе утро, страна. Да. Говорит, уже почистила зубы. Ну и что? И хочет есть. Ну? А еды-то нет у нас. У нас-то ведь духовная пища. Да? Надо другие передачи смотреть, страна. Кто я? Куда мне пойти? По-моему, страна сегодня встала не с той ноги.
А я здесь при чем? Моя-то вина какая? Страна? Нет, ну... Со страной так нельзя. Алло? Что он там говорит? Она говорит, что тебя много. Передай ей, пускай отодвинется подальше от телевизора. Нельзя так со страной. Не надо орать, размахивать руками. Страна этого не любит. А что она любит? О, что она любит? Еще вчера не знали о том, как трудно будет нам с тобой расстаться, Лиза, и новой встречи ждать день за днем. Лиза, когда теперь увидимся вновь? Кто знает, может, это любовь, а
я еще не смог сказать о самом главном. Тебе всего лишь несколько слов. О, Лиза, Лиза, не исчезай, Лиза. Со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близок. Лиза, Лиза, где же ответ? Счастье было и нет. Последние минуты навсегда уходят. Часы остановить хотел бы я сегодня, Лиза. Я так хотел признаться тебе, что я навек обязан судьбе за то, что мы с тобою повстречались, Лиза, однажды на огромной земле. Лиза, сегодня между нами моря, и груз сильнее день ото дня. И только я, как прежде, буду верить, Лиза, что ты все так же любишь меня. О, Лиза, Лиза, не исчезай, Лиза, не улетай. Побудь со мной еще совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близок. Лиза, Лиза, где же ответ? Было и нет. Последние минуты навсегда уходят. Часы остановить хотел бы я сегодня. Совсем немного, Лиза. Как жаль, что расставание час уже так близок. Лиза, Лиза, где же ответ? Счастье было и нет. Последние минуты навсегда уходят. Часы остановить хотел бы я сегодня. Ну, что, страна? Плачет. До восхода скачем на закат. Скоро...
Сколько же народа мне вернуть назад? Скажи мне правду, Адама, зачем тебе моя любовь? Когда по свету льется кровь, не до любви она обман. Скажи мне правду, Адама, скорей, а то убью. Скажи мне правду, Адама. Наша жизнь копейка, что ж тогда любовь? Ты сказать сумей-ка, что ты хмуришь бровь? Всех друзей скосили, 100 смертей нам вслед. Скачем по России, не на тот ли свет? Скажи мне правду, Адама, зачем тебе моя любовь? Когда по свету льется кровь, любви она обман. Скажи мне правду, Адама, я одного тебя люблю. Скажи скорей, а то убьют. Скажи мне правду, Адама. Алло, кто? Кто-кто? Громче говорите, ничего не слышно. Кто? И что? А то что? А, вот что. Украина звонит. Тоже страна. Мы тут подумали, езжай-ка ты отдохни. Соберись и езжай всей страной к морю. Поваляешься на пляже, позагораешь. Ну что, что осень? Поешь фруктов, отдохнешь, поправишься, вернешься, включишь телевизор, а там мы сидим и говорим тебе: доброе утро, страна! Доброе утро, страна! Алло, страна. Плачет? Смеется. Ну что, девушка, будем прощаться? Будем. До свидания, страна. И не волнуйся, утро действительно будет добрым. И я совсем забыл, страна! Я забыл поздравить тебя с Днем работников трамвайно-троллейбусного управления. История трамвайно-троллейбусного движения... Это уже совсем другая история. На тебя неизгладимое впечатление. А вас, уважаемые наши звезды эстрады, мы неприятно удивили. Дело в том, что сегодня в нашей программе премьера видеоклипа восходящей звезды. Как звезду зовут? Г. Карацупа. Ну, я уж тут не знаю, это Галина или Григорий. Ну, неважно. Главное то, что на нашем небосклоне зажглась новая звезда Карацупа. Доброе утро, страна! Доброе утро, страна! Доброе утро, страна! Доброе утро, страна! Я уеду в город с видом на прибой, где пески поют фальцетом под ногой. И в зеленую волну прямо с берега нырну, и уйду от всех подальше в глубину. Разобью и растопчу свой телефон. В моих проблемах только он. Сутки круглые звеня, убивает он меня. От него бегу на свете, все клиня. А я девушек люблю, я их вместе соберу. Вдоль по линии прибой за собой уведу. Вдоль по линии прибой
берегу промчусь. Кто-то скажет, ненормальный, ну и пусть. Я расслабиться хочу, на одной ноге скачу. Если кто-то остановит, огорчу. На пляжу лежу, и в небо я гляжу. Чайки жирные летают, просто жуть. А я худенький такой, унесет меня прибой. Лучше я в песок зарою с головой. А я девушек люблю, я их вместе соберу. Вдоль по линии прибоя за собою уведу. А я девушек люблю, я их вместе соберу. Вдоль по линии прибоя за собою уведу. Вдоль по линии прибоя за собою уведу. Чайки жирные летают и не спеша. Для автографа мне тачку малыша. А он яблоко жует и меня не узнает. На экране я другой, совсем не тот. Снова тянем в город, где туман и смог. Две недели больше выдержать не смог. Я скучаю все сильнее, мне бы в город поскорей. Повидать моих измученных друзей. А я девушек люблю, я их вместе соберу. Вдоль по линии собою уведу, а я девушек люблю, я их вместе соберу, вдоль по линии прибоя за собою уведу, вдоль по линии прибоя за собою уведу, а я девушек люблю, я их вместе соберу, вдоль по линии прибоя за собою уведу, вдоль по линии прибоя за собою уведу, а я девушек, я их вместе вдоль по линии. Видимо, произошла какая-то накладка, но, надеюсь, чуть позже мы сможем посмотреть клип восходящей звезды Карацупы. Пока же письма, и в каждом из них один и тот же вопрос. Как стать звездой? Вот у меня есть такое письмо. Дорогая утренняя почта, как стать звездой? Да никак, не надо становиться звездой. Уже хватает у нас звезд. Одни звезды уже. Тут сидишь, вот думаешь, только желание загадываешь. Упадет, не упадет. Не падает. Вот у меня еще одно письмо. Дорогая утренняя почта, у меня есть талант. Не нужно. И у меня есть деньги. Это дело. Скажите, что мне сделать для того, чтобы стать звездой? Да ничего вам уже не нужно делать, у вас есть деньги. Это даже хорошо, что у вас нет таланта. Мы знаем многих артистов, у которых есть талант, а денег нету. Конченые люди. Конченые, понимаете, у вас есть деньги. Деньги — это все. Все — это деньги. Если у вас есть деньги, значит, вам все. Деньги — это. Это кошмар. Thank you.
одиночество сполна. И как мне душно от звонков и от сигналов и гудков и от миллиона чьих-то глаз и от тебя, и от тебя, как первый раз. Моя же Маня, я свищусь, я же восходящей звезды Карацупы, в конце концов. Успокойся, успокойся. У меня есть одно очень интересное письмо. Смотри, пишет вам звезда. Подпись неразборчива. У меня появились первичные признаки звездной болезни. Я стала ленива, я хамлю, грублю. Помогите мне избавиться от этого. Это очень просто, дорогая моя звезда. Нужно пойти в обычную аптеку и купить там вьетнамский бальзам «Звездочка». Как принимать, вы меня спросите? Очень просто, я вам отвечу. Четверть чайной ложки в чай или полстоловой ложки в стол. Слушай, Лол, я подумал, а мы уже... Сколько же мы вот это вот все ля-ля-ля, жу-жу-жу, там пляшем, скачем? 7 лет. Ну, в конце концов, мы-то с тобой, мы-то звезды. Ну, ты-то точно нет. Был бы милый рядом, ну а больше ничего.
женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье, был бы милый рядом, ну а больше ничего не надо. Женское счастье. Каждый день на нашем небосводе зажигаются новые звезды, такие как Карацупа. Клип которого мы так до сих пор и не посмотрели, этой, как там его, Карацупы. Карацупы этого. Послушайте. Послушайте. Ведь если звезды зажигаются, значит, кто-то за них заплатил. За окном непогода, сходит с ума за окном. Словом, зима, и кажется, нечего ждать, все уже спето. И горит огонь, но толку нет от огня. Вряд ли огонь согреет меня. Я смотрю на огонь, а в глазах отражается лето. И горит огонь, но толку нет от огня. Вряд ли огонь согреет меня. Я смотрю на огонь, а в глазах отражается лето. Я вспоминаю огонь твоих губ и объятий твоих, сладкий замкнутый круг. На фоне зеркальной реки стройное тело. Помню ласковый свет серебристой луны, помню ласковый звук гитарной струны. И как слово «люблю» ты впервые сказала не смело. Помню ласковый свет серебристой луны, помню ласковый звук гитарной струны. И как слово «люблю» ты впервые сказала не смело. Забывай. Если тебя однажды в ночи станет душить тоска, хоть кричи, и хитро на ухо шепнет, что все уже спето. И если от слез засверкают глаза, а в сочи и
соскользнет на подушку слеза. И не плачь, просто вспомни то волшебное лето. И если от слез засверкают глаза, а со щеки соскользнет на подушку слеза, и не плачь, просто вспомни то волшебное лето. Вспомни ласковый свет серебристой луны, вспомни ласковый звук гитарной струны, вспомни песни, что под этой луной были спеты. И тебе сразу станет немного теплей, и жалко до слез, но ты не жалей, просто вспомни то волшебное лето. И тебе сразу станет немного теплей, и жалко до слез, но ты не жалей, просто вспомни то волшебное лето. Помни это лето, помни наше лето, помни это лето, не забывай. Забывай. Ай-яй-яй. Очень жаль, что нам так и не удалось увидеть клип восходящей звезды Карацупы. Ну что, мужчина, давай прощаться. До свидания, страна. До свидания, страна. И с днем сотрудников металлоремонта тебя, страна! История сотрудников металлоремонта уходит своими корнями в далекое прошлое. Это уже совсем другая история. А вот это делали клипсы. Они погали и погали. Они... Доброе утро, страна! 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 Знаешь, страна, для установления правильных интимных отношений в семье между мужем и женой очень большое значение имеют сны. Вот вчера мне приснился сон, будто я высокий, стройный блондин. Представляешь себе, страна? Талия вот такая, плечи вот такие, длинные белокурые кудри, голубые глаза. Мутант. Рассвет без тебя не рассвет, и тянутся дни, словно вечность. Пришли мне обратный билет на поезд до станции встреча. Я сяду в зеленый вагон и в нем пролечу через годы. Я выйду к тебе на перрон, забыв про былые невзгоды. Ты, прощаясь, мне сказал, что любовь остыла. Знает лишь пустой вокзал, как мне горько было. Но в тебя я до сих пор
бесценный билет в счастливое долгое лето, в котором за мною во след бежал ты порою рассветной. Мы жили, не зная дорог, о будущем не беспокоясь, и был так далек, так далек. Метелью окутанный поезд. Ты, прощаясь, мне сказал, что любовь остыла, знает лишь пустой вокзал, как мне горько было. Билет обратный. Страна, мне сегодня приснился очень эротический сон. Вот представь себе. Нет, ты не можешь себе этого представить. Страна, представь себе. Четыре полуобнаженных, стройных, высоких мулата несут меня, одну меня, на своих мускулистых, загорелых руках. Похороны приснились. Что люди, прожившие долгие годы вместе, ну, они как-то остывают, охладевают. Околевают. Я не это имел в виду. Я имел в виду то, что нужно как-то разнообразить взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Ну, например, можно вместе почитать специальные журналы, посмотреть какие-то эротические фильмы, ну, может быть, одеть что-нибудь прозрачное на себя. Тебе это не пойдет. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Подъезда мальчишка, может, я смелая слишком, что разрешила себя поцеловать. Школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Школьная пора, всякой погоде пропадали пропадом мы во дворах. Через года слышу мамин я голос, значит, мне домой возвращаться пора. Через...
школьная пора, и при всякой погоде пропадали пропада мы во дворах. Я скажу тебе, страна, вот тут вот мужчина советовал, не слушай. Я тебе скажу, как девушка девушке, как баба бабе. Как мать матери, я тебе... Не надо советовать, надо делом заниматься. Вот прямо утром, не выходя из постели, вместе с женой нужно заняться... Мытьем окон. Было не забыл. Восходящая звезда Карацупа снялся в новом эротическом клипе по своей песне «Секс по телефону» из альбома «Дети по факсу». А вместе с ним в этом эротическом клипе в качестве партнерши снималась одна очень известная топ-модель. Все эротические сцены, все, так сказать, парные сцены, восходящая звезда Карацупа исполнил сам, без дублера и без партнерши. За окном непогода, сходит с ума, за окном метет, словом зима, и кажется, нечего ждать, все уже света. И горит огонь, но толку нет от огня, вряд ли огонь согреет меня. Я смотрю на огонь, а в глазах отражается лето. Огня, вряд ли огонь согреет меня. Я смотрю на огонь, а в глазах отражается лето. Я вспоминаю огонь твоих губ и объятий твоих, сладкий замкнутый круг, на фоне зеркальной реки стройное тело. Ласковый свет серебристой луны, он ласковый звук гитарной струны. И как слово «люблю» ты впервые сказала не смело. Помню ласковый свет серебристой луны, помню ласковый звук гитарной струны. И как слово «люблю» ты впервые сказала не смело. Ласковый свет серебристой луны, вспомнил ласковый звук
гитарной струны. Вспомни песни, что под этой луной были спеты. И тебе сразу станет немного теплей. И жалко до слез, но ты не жалей. Просто вспомни то волшебное лето. Сразу станет немного теплей. Не жалко до слез, но ты не жалей. Просто вспомни то волшебное лето. Помни это лето, помни наше лето. Помни это лето, не забывай. Не забывай. Ай-яй-яй. Если мне не изменяет память... А это единственное, что тебе не изменяет. Каждая женщина мечтала о том, чтобы встретить принца. Когда-то и я об этом мечтала. Так давайте же заменим супружеский долг... на добровольные пожертвования. До свидания, страна. До свидания. И напоминаю, что ты в преддверии дня забастовки авиадиспетчеров, страна. История забастовочного движения авиадиспетчеров. Это уже совсем другая история. До свидания, страна. Красиво нужно уметь расставаться, и отвергать тоже можно красиво. Да мы любили, не надо бояться, но мы грешили, мы столько прожили. Все это просто, как просто, Мария. Все это просто, как падают звезды. Мы просто вовремя стали чужими. Мы поумнели не вовремя просто. Все это просто, как просто, Мария. Все это просто, как падают звезды. Мы просто вовремя стали чужими. Мы поумнели не вовремя просто. Мария, Мария. Все просто, как просто, Мария. Мария, Мария. Все просто, как просто, Мария. Приходит время свое для начала, но для конца уже тикает стрелка. Ах, почему я так долго молчала? Ну почему мы так плавали мелко? Все это просто, как просто, Мария. Все это просто, как падают звезды. Мы просто вовремя стали чужими. Мы поумнели не вовремя просто. Все это просто, как просто, Мария. Все это просто, как падают звезды. Мы просто вовремя стали чужими. Мы поумнели не вовремя просто. Мария, Мария. Все просто, как просто, Мария. Мария, Мария. Все просто, как просто, Мария. Мария, Мария. Все просто, как просто, Мария. Мария, Мария. Все просто, все просто. Какая-то у нас не такая с тобой партия, понимаешь? Не такая у нас какая-то партия, понимаешь? Почему? Потому что у нас должен раскол произойти. Все должно расколоться, понимаешь? Вот так вот, каким-то вот образом. Это партия без раскола, не партия. Ну, я предлагаю разойтись тогда на партию утренней почты и фракцию утренняя бандероль. Согласен. Причем главную бандероль буду играть я. Хорошо.
а я начинаю предвыборную кампанию. Все голосуйте за партию Утренней почты. Алло, меня слышите? Все голосуйте за партию Утренней почты. Кто голосует за партию Утренней почты, тот Утреннюю почту будет смотреть бесплатно. Все остальные за просмотр будут платить. Смог отдать свою нежность тебе, чью-то роль сыграть вопреки судьбе. Ты меня пойми, ну а Бог простит параллельными стали наши пути. А давай-ка мы снова с тобой объединимся. Давай. Давай. А давай сейчас прямо в камеру расскажем, а на какие же это средства наша партия существует. Давай. Спасибо. Спасибо. Действительно, наша партия существует Спасибо. На добровольные пожертвования. Спасибо. Тронут. Польщен. Спасибо. Спасибо.
звучит внезапно. Исчезнет мир на несколько минут. И очертания небывалых замков передо мной по небу проплыву. Не говори, что верить им не надо, что в этих замках мы не можем жить. Прищурь глаза и стань со мною рядом, и руку мне на плечи положи. Видишь, как в тиши ласково тиши птица над ажурной башней кружит. Только не дыши, слышишь, не дыши, чтоб воздушный замок не разрушить. Видишь, как в тиши ласково тиши птица над ажурной башней кружит. Только не дыши, слышишь, не дыши, чтоб воздушный замок не разрушить. Пусть тишину высокий гулкий зал герольды нас с тобой не позовут. Пусть не дано нам жить в воздушных замках. Сейчас в них наши ангелы живут. Видишь, как тиши ласково тиши птица над ажурной башней кружит. Только не дыши, слышишь, не дыши, чтоб воздушный замок не разрушить. Видишь, как тиши ласково тиши птица над ажурной башней кружит. Только не дыши, слышишь, не дыши, чтоб воздушный замок не разрушить. Не дыши, чтоб воздушный замок не разрушить. Видишь, как тиши ласково тиши птица над ажурной башней кружит. Только не дыши, слышишь, не дыши, чтоб воздушный замок не разрушить. Давай, обещай что-нибудь избирателям. Зачем мне что-нибудь обещать? Ну как, мы же партия. Да уже все обещано. Ну, мы должны что-нибудь пообещать. Все обещано уже, я тебе говорю. Смотри, а если мы это вот сейчас давно прямо... уже обещано. А вот... А это все обещают. И это все обещают. Все уже нечего. Нечего обещать. А что же нам тогда делать? Мы же должны что-нибудь пообещать. Ну, я могу пообещать, например, что я в этом году женюсь на тебе. Кого это интересует? Тебя. Обращаюсь к лидерам партий, фракций и блоков. Ребята, страна очень внимательно за вами следит. Да-да-да. Особенно это касается тебя, носатый. За тобой нужен глаз да глаз и зуб за зуб. Кстати, носатый и усатый – это не ваши выборы. Что? Откуда я знаю? Это не ваше дело.
Теперь ты, ну с тобой вообще не о чем разговаривать. Это наш, это не наш. Вот ты. Да-да-да-да-да-да, не прячься. Ты, выходи. И там у тебя за спиной вот ты и ты. Как-то виловато, ребята. Много слов, непонятно. Горе от ума получается. Проще нужно быть. И вообще, ребята, вы бы объединились, цены бы вам не было. Извини, пожалуйста, а вот автор памфлета еще жив? Автор будет жить вечно. Спасибо, спасибо. Поищем. Спасибо. Мы еще про Карацупа вам сегодня не рассказывали. Карацупа провел пресс-конференцию, на которой сделал заявление, что его папа, Карацупа-старший, то есть единоутробный Карацупин отец, работает на правительство. Правда, Карацупа не уточнил, на какое именно, на чье, так сказать, правительство работает его папа. Кроме того, Карацупа не уточнил, за какую именно партию он собирается на предстоящих выборах голосовать. В чью именно урну бросил свой бюллетень Карацупа, вы узнаете в следующей утренней почте. Пока же я вам напоминаю про конкурс на самое ироничное стихотворение про нас. Победитель, напоминаю, будет вести утреннюю почту вместе с нами. Адрес в конце программы. А вас, дорогие друзья, и тебя, моя любимая страна, я поздравляю с днем электрика-мечтовика. Ты знаешь такую профессию? История движения электриков-мечтовиков. Это уже совсем другая история. До свидания, страна.